характерным головному боли. Но у нас все будет по-другому. У нас будет не девочка, а мальчик. И она будет совсем не молодой, а уже в преклонном возрасте. Это будет дедушка. И дедушка, у него был внук, который однажды подарил ему черные носки. Эти носки так понравились дедушке, он их носил постоянно. Все его прозвали